этот эфир, ну вот мне хочется в зад. Смотри, сейчас я задам вопрос, чтобы было понятно, о чем этот ролик. Мы зацепили во время работы тему косоглазия. И вот тема косоглазия, она, оказывается, есть не у всех детей аутистов, но у многих. Точно так же, как проблемы с пищеварением. Давай посмотрим, что у нас с косоглазием. Она же есть и у здоровых детей, не аутистов. Давай посмотрим, куда ведет косоглазие, что срабатывает, чтобы глаза начали косить. Это не чисто глаза. Сразу в мозг идет. Затылок, да. Угу. Затылок. Вниз. Угу. Только внутрь как-то не прям наружно, да, затылок. Нет. Уже туда. И я вижу, как бело, вот как, допустим, эпифиз, гипофиз, а вот за эпифизом вот такая белая какая-то штучка, вот пока она меня очень сильно привлекла. И эта связь с этим косоглазием. Лево-право, она как. Вот я беру косоглазого ребенка, образ. Угу. Коротит, искрится там все. Беру здорового ребенка, как волчок крутится что-то. Угу. А давай вот давай по конкретным детям сейчас пройдем. Вот у нас есть, например, дети. Сейчас я открою, мне сегодня специально мамы сбросили, у кого есть эта проблема. Например, Еву. Ева одним глазом косит. Смотри, что у нее там происходит. Искрение идет. Идет искрение. Как стягивается что-то у меня. По мышцам идет. По глазным мышцам у меня идет. Напряжение. Не в затылок. По глазным мышцам. А что у нее по глазным мышцам идет? Какая-то как недоразвитость каких-то. Ну вот они как укороченные. Ага, давай мы их удлиним до нормального размера. Что мне даже хочется как подрезать. Но это так вот, если бы, допустим, хирургически, если. Угу. Странно то, что сломилась себя на том, что я ей не смотрю в лицо, почему-то иду с затылкой работать. Начинаю. Да, я тоже. Словила вот на этом. Давай попробуем восстановить физически полностью мышцы и то место, где идет искрение. Нарастить и выровнять. Можно даже у здорового ребенка скопировать и через скопирование провести по техникам. У меня такая там сложная фигура идет. Написано, не то, что волчок в одну сторону крутится, она влево, вправо так крутится. Угу. Давай такой волчок ей поставим. Я сейчас сделала, как вот в велосипеде цепь слетает, вот такой же. Вроде натянула, то каналчик срывается. Угу. Сейчас восстанавливаю так сознание. Получается отработать ее? Я зависла, наверное, в этом. Я на глаз, почему-то на глаз, меня мышцы держат. Вот ее, я их понимаю, что скопируй там надо работать. Ребенка и поставь. Нет, я понимаю, что, ну, я просто хотела рассмотреть, что меня там привлекает, ну, как зависаю. Понимаю, что там что-то. Мышцы надо здоровые создать.
Их нет, их мы можем создать. Мы можем сейчас скопировать и все равно создать, либо просто тупо взять и создать, когда знаешь, что создавать. Вот и все. Вот. А по глазам вся тема создать. Там по-другому с глазами не бывает. То есть у нее надо создать мышцы, и у нее надо создать эту зону в мозге. Понимаешь, да. Вот понимаешь, почему я говорю, что я зависаю. Я вижу мышцы. Я их создаю, я их могу создать. Но я понимаю, что надо как еще подправить. Вот, и я пытаюсь вот это место найти. Меня как бы ведет в определенное. Но я не могу его распознать, что ли, или как сказать. Как связь этих мышц глаза с этим местом. А волчок, я не понимаю, какого волчка ты говоришь. Твой образ у меня как-то, я не могу его. В затылочной части? Угу. У меня в затылочной, например, вот если я иду к ней, я вижу опять эту белую штуку. Вот в этой белой штуке. И вот она вот так работает. Угу. Но она у нее в одной стороне, как бы. Вот она. Ну, это если сказать так образно. Угу. А вот когда так, то тогда нормально. А отрегулировать так, чтобы она работала нормально сейчас? На обе стороны? Вот я это и делаю вот в этой части. Угу. Когда отрегулировали и мышцы подправили, посмотрите вот в глаза ребенку, будет он косить уже или нет. И душе покажите, что надо регулировать. Угу. Чтобы она это доделала все до нормального состояния. Есть? Угу. Ну да. Угу. А теперь давай пройдем по разным детям и посмотрим, как у них эта же проблема будет решаться. Давай возьмем Давида Кеннеди. Я сразу в ту зону начинаю делать. Затылочную, да? Мышцы и затылок, да. Угу. Две точки. Угу. Ага. У него уже два глаза идет. Двигаются как-то по-разному. Угу. У взрослого человека у него вообще по-другому. Механизм, ну вот здорового взрослого человека вообще жестко зафиксирован. Да. Если у детей оно двигается, да, с косоглазием оно вообще как болтается, не зафиксировано. А у взрослого здорового четко идет. Угу. Как такие уже, вот если у детей у меня как резиночки, эти каналы, а у взрослого человека как медные проволоки такие. Здесь жесткий уже. Я тоже это вижу. Вы знаете, что я еще заметила у первого ребенка? Вот там, где глазное яблочко, да, оно у меня так, как будто вот здесь есть, ну как, у него правильное положение, да,
глазное яблоко, ну, условно так, оно в сторону отвалено, да, то есть когда натягивается, вот из мозга эта юла начинает работать, натягиваются мышцы, и вот это яблоко становится вот, нормальное положение. Угу. Вот сейчас у второго ребеночка тоже проекция есть, куда надо, а глазки вот так, ну, ну вот яблоки. Вот, и когда натягиваешь, запускаешь этот механизм, да, то угу. эти, оп, они как бы правильное положение сюда фиксируются. Не знаю, вы это видели или нет, но может что-то найти. Но как должно быть правильно, оно у всех есть. То есть, ну, у всех вот два ребеночка и двух, это вот как серенькая такая. Угу. Получилось отработать его? Угу. Так, давайте берем еще одного ребенка. Есть Анечка, любовь и дочка. Тоже, да? Да, тоже, смотри, глазки. Мы сейчас всех с глазками. Я же сегодня попросила мам написать. Кто написал, сейчас всех отработаем. Угу. Анечку смотрим. Кстати, на Анечке сегодня озарения пошли, как это должно быть. Я о ней как раз думала. Ну, поможет он четко прямо. Я, у меня сразу первое, что выходит все время. Вот мозгом как-то понимаю я, что он да. Но почему-то прям вот сразу меня на мышцы бросает. А на мышцы бросает, потому что сбоит мозг. Мозг не дал энное количество раз правильный сигнал. И мышца расслабилась, все. Она не получает сигналы. У меня именно мозг первичен. На сокращение. Вот я иду, да, мышца как атрофирована. Да, она атрофируется. Я именно сокращение, где идет, хоп, в нейроны такие переходят. Ага. И в мозг. И идет к этой вот беленькой светлой штучке. Ага, вот белая светлая, да. Угу. А для нас, смотрите, глаза важны, потому что мы к ним подбираемся, подбираемся, подбираемся. И мы все-таки накроем близорукость на легкость. Мне слепота. Ну, слепоту накроем. Но это не сейчас, чуть-чуть время. Сложная система, самая сложная из тела система – это глаза, на мой взгляд. Угу. Получается отработать Анечку. Уже быстрее у нас получается. Ну, да. Сейчас натренируемся. Взяли, да? Мозг сделали, Андрей сделал. Угу. Берем Фернандо. Угу. Угу. Погнали. Мышцы, мозг. Угу. Тоже мышцы, мозг. Да, у всех это, ну, связь идет. Связь это, идет. Это два места. Угу. Я потом выключу видео, и мы потом отработаем дальше, вот на ком мы остановились. Так, берем Артура Ирининого внука. Угу. Машуля с глазами нормально, она только сейчас границы выстраивает. Классный ребенок вообще, но родителям еще надо привыкнуть к этим детям. Угу. Угу. Сделали, да. А, знаете, что у Артура еще давайте, ну ладно, мы его сейчас отдельно отрабатывать будем. А, у Айши, у Адиля. Тоже посыпали? Да. Левый глаз, говорят, невралгия.
Кстати, косоглазие очень круто заметно, когда кот души поломан, очень у многих подкашивает глаза. То есть и у кого косят глаза, как правило, будет поломан кот души. Угу. Они связаны. Только коды мы уже сделали, а физиологию сейчас надо доделать. С обратной стороны заход идет. Потому что, значит, физиологию отрабатывая, не отрабатывая, не будет иметь значения. Если кот остался поломанным, не выправишь косоглазие. Угу. А если уже код сделан, то тогда можно и косоглазие. Уже на физиологию можно переходить. Заход сверху, сверху вниз. Угу. Сделали? Угу. Берем Давида, Эрики сына. А ему еще по эпифизу пройдите. По эпифизу? Да. Можно даже наш вариант. Запустить надо. И что еще подсветило? Еще что-то ниже там подсвечивается, эпифизом внутри. Ему узелок еще не делали. Угу. Вот, поэтому его и высветило сразу. Вот, оно и должно было высветиться. С ним сегодня работаем. Ага. А, берем Инночку. Угу. Сделали? Угу. Угу. А, и посмотрите Сашу Лилинова. Все, да? А, примерно задайте душам вопрос, сколько времени надо на восстановление, чтобы глаза перестали косить? Пару недель. Пару недель. Вот у меня на неделе, да, счет как-то. Угу. То есть там получается, надо, чтобы мышцы восстановились, а когда сигнал восстановится, он пробьется, и мышцы начнут подкачиваться сами. И как-то это ночью происходит. И зарядку по очереди на глаза делать. Не так, что двумя глазами следить, а по одному. По очереди. Один глаз, второй глаз, один да. глаз, второй глаз. Это мамам упражнение сейчас поделать, да? Да. Ага. Знаете, еще какое очень... Ну, вот так, смотрите, сильно, раз, сильно. Ну, чтобы мышцы поднимались. Угу. Сжимались, разжимались. Да, сжимались. Попробуйте, как пойдет деткам, чтобы только головокружение запретить крутиться. Сбивает наоборот настройки. Когда крутится. Крутится, да. Ага, когда крутится, сбивает настройки, ясно. Так, хорошо пока. Это хороший способ записать.